Вести бизнес непросто, особенно в нишах, где высокая конкуренция и большие риски. Тем не менее, создать рентабельный бизнес со стабильным доходом возможно. Здравствуйте, меня зовут Сатыбал Динал Памыс, я являюсь представителем финансового центра. Предлагаю вам реализовать предпринимательский потенциал, построив социальный объект, а именно студенческое общежитие. Почему именно студенческое? Как известно, спрос порождает предложение. Сегодня в нашей стране необходимо создать около 70 тысяч койко-мест для проживания студентов. Это абсолютно все регионы страны, начиная от мегаполисов, заканчивая городами областного значения. Вместе с тем, в ближайшей перспективе Казахстан ожидает результаты бэйби-бума 2000-х, и рынок ваших потенциальных потребителей будет расти. Почему общежитие? В чем доходность? За проживание каждого студента государство готово оплачивать до 400 тысяч тенге в год в течение 8 лет. Кроме того, вы можете брать оплату жильцов, арендную плату устанавливайте сами. Также воспользуйтесь дополнительными возможностями. Субсидирование и гарантирование кредитов, создание коммерческих площадей, обеспечение проектов земельными участками, предоставление гарантии потребления услуг, предоставление типовых проектно-сметных документаций. Предлагаем вам посмотреть на этот процесс более масштабно, как на доходный, стабильный и перспективный бизнес-проект. Ведь для этого есть все предпосылки.